Добрый день, дорогие друзья! Мы на канале Топ Сад. И речь пойдет о томатах. Томаты, томаты, томаты. А куда сажать? Сейчас самое время покупать семена, пока в магазинах большой выбор. Но выбор он всегда по семенам большой, но то, что нужно вам, вы можете не найти. Поэтому, как говорят, готовь сани летом, а семена зимой. К весне интересные и экзотические томаты могут закончиться, и вы не купите то, что вам нравится и то, что интересно. Сажать будем в двух теплицах, и, конечно, всегда возникает вопрос, куда сажать? Как разместить всю эту красоту, которая понравилась? Хочется попробовать все новые и новые сорта. А как у вас с этим обстоят дела? Но мы прежде всего выбираем фирму-партнер, который нам очень нравится. И мы уже не первый год сажаем семена этих томатов. И также будем сажать. Это сокровище инков, Амана Оранж, Царское искушение, Джекпот, Легенда Коктебеля. Ну, прекрасные черри-краски, черри-люба, оранжевый земледелец, золотая миля, черная богиня. Ну и еще некоторые, которые здесь сюда не зашли. Также кроме фирма-партнер будем сажать томаты сибирской коллекции, сибирский сад. Майкл Полан, оранжевый трюфель, японский оранжевый трюфель, морской конек, сибирский малахит. Обязательно посадим Ниагару, прекрасные сливки. И томаты черри, которые нам посоветовали наши друзья из Таллина. Это сладкий миллион, наши любимые синяя гроздь и черничка. Просто экзотические ягодки, можно сказать. Новые сорта для нас — дрова и легенда Тарасенко. Но это только часть того, что мы хотим посадить, и, конечно, коллекционные томаты. Томаты, семена от коллекционеров. Вот они уже пакетики, некоторые присланы, некоторые мы еще ждем. Что же выбрать? Просто мучения какие-то. А как у вас дела с томатами? Вы уже выбрали сорта, которые будете сажать? До новых встреч! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.